Друзья, всем привет! Вещаю вам с города Риги, Латвия, и хотел бы поделиться радостной новостью. Может, конечно, обстановка не торжественная, но сейчас лечу на награждение. Так уж получилось, что мы стали лучшей строительной бригадой города Риги 2014 года по версии компании Robert Bosch. И вот она, хорошая новость. Единственное, не получается такой торжественной обстановки по одной простой причине, что сейчас предрождественское такое время, то есть очень нервное время, потому что задерживают все поставщики материала, потому что они уже мыслями где-то на югах находятся. И вот так уж получилось, что вот в этот момент мне надо сдать практически два магазина. Это я лично про себя говорю, про свои объекты. А если суммировать со всеми своими коллегами, это вообще жесть, сколько надо сдать вот именно перед Новым годом. Потому что любой нормальный человек хочет, чтобы у него его интерьер был закончен на Рождество, либо на Новый год. Ну, это понятно. Поэтому получается, что сейчас поспать получается по 4 часа в сутки, редко когда 6. И вот в этой суматохе, извините, не до торжественности. Тут лишний раз побриться не успеваешься. Так что максимум, что я сегодня сделал, кстати, побрился. Вот. И сейчас мы летим в компанию Robert Bosch для того, чтобы, ну, как-то более-менее в торжественной обстановке получить свои призы. Вот. И хотелось бы поблагодарить всех вас, кто принял участие, в том числе подписчики с телеканала YouTube. Большое спасибо за поддержку, то есть ваши голоса не были напрасны. И это наша общая победа, в том числе не без вашего участия. Так вот, и с вашей помощью, а также с помощью рижан мы стали лучшей строительной компанией в городе Риге. Разумеется, весть радостная. Немножко прервусь, потому что за рулем, я уж извиняюсь. Ну вот сейчас ко мне в машину прыгнул мой коллега Александр. Кстати, он тоже снимался в первом видео, которое мы выложили для компании Bosch. Сюда, Саша? Вот, поэтому мне полегче, снимаем. Саша, себя покажи хоть. Я себя показал. Показал себя? Ты счастлив вообще, что ты стал лучшим строителем в этом городе? Ну, немножко был даже удивлен. Да? Судя по рейтингу, потому что были там на 5-6 месте. Ну, там что-то какой-то косяк с голосованием был. Куда сейчас? Прямо. И прямо. И вот мы с Александром, покажи свою физиономию тоже, двигаемся за получением призов. За нами там электрик придется словом. И если кто-то успеет, ну, успеет, нет, значит, как-нибудь выберем время, снимем нормальную баньку, отметим это в торжественной обстановке, а не в предрождественском настроении. Прямо? Где-то здесь. Ну, так что хотелось бы, конечно, пошикарней, чтобы все это было, но все в виде вот в такой рабочей обстановочки у нас пока выходит, да? Вроде как подъехали уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Взаимно. Владимир. Юрий. Входите. Проходим. Добро пожаловать. Талон. Это ваши инструменты, которые вы заработали. Да. Отлично. Я надеюсь, что это пополнит вашу коллекцию. Обязательно. Bosch. Вы выбрали то, что вы хотели, да. И мы вам это предоставили. Большое по поводу спасибо. Гарантии. Значит, в инструментах гарантия 1 год, но есть возможность эту гарантию увеличить до 3 лет. Что нужно сделать? В течение 4 недель зайти на сайт, здесь он указан, и зарегистрировать себя вначале как пользователя, создать свою учетную карточку. Ну, уже на сайте смотрели, как бы, да? А после этого уже зарегистрировать все инструменты, распечатать сертификат, и тогда будет гарантия 3 года. Как только мы это делаем, инструмент не ломается, да? Как только мы это не делаем, есть такой закон подлости, и тогда ровно через год все перестает работать. То есть инструмент... У вас, по-моему, аккумуляторный тоже есть? Тоже есть, да. Да, для аккумуляторного там есть возможность также зарегистрировать отдельно аккумуляторы, и тогда будет гарантия и на аккумуляторы. 2 года, безусловно, гарантия, даже если вы там у вас падаете на объекте, у которого будет плохое электрическое соединение, знаете, там прыгает напряжение, и тогда бывает, что... А что сервис, если что-то случилось, куда? Сервис улица Дзелзова, 120. Стараемся обычно очень быстро все починить. Я как раз из сервиса. Значит, мы с вами встретимся еще. Я думаю, к сожалению, нам придется встретиться хотя бы по тому поводу, что мы не успели сделать калибрацию этого инструмента. Инструмент со склада сразу приехал сюда. Я смотрю, вы выбрали хороший нивелир.
Но есть, наверное, смысл его прокалибровать, и просто как вам удобно, вы можете к нам подъехать, мы на стенде это все можем быстро сделать. Угу. Вот. А так все должно работать. Не, понятно. Я попрошу вашу подпись здесь. Потом мы обменяемся документами. Это от приема сдачи. Значит, а что еще мы планируем с вами все равно еще встретиться, потому что мы приготовили еще специальный диплом по этому поводу, да, который успел к следующему дню подсохнуть. Ну, понятно. То же самое. Все, скоро... все бегом. Скоро Рождество. Да. Вот. Но для... будет у нас еще одна возможность вам пожать руку и дать красивую бумажку в рамочке. С надписью, что вы достойны. Когда? Ну, я думаю, скорее всего, что уже все-таки в следующем году мы это сделаем. Просто мы видео укладываем каждый день. Как раз у вас будет еще одна возможность выложить очередное видео, потому что будет повод очередной. Сделать калибровку к тому времени инструментов? Да. Ну, то есть мы уже встретимся в компании Bosch, они, может быть, нам покажут какие-то мастер-классы, тест-драйв, там что-нибудь еще. Инструменты, да? Конечно, мы вам можем. Познакомить нас с новиночками какими-нибудь. Мы вас познакомим с новиночками, мы вам покажем возможности инструмента, которые вы тут говорите сами за себя. Так. Вот. И надеюсь, будет интересно вам. Ну, нам, конечно, интересно. Вашим последователям смотрел, что у вас много желающих смотреть ваши блоги. Наверное, да. Хочу отдельно сказать, скажем так, мне очень понравился ваш логотип. Да. То, что у вас на груди. Это просто здорово. Надо сказать, когда я получила вашу заявку, это было первое, на что мы обратили внимание. Ну, мы просто креативно. Подумали, мы когда ездим по Европе, Латвии никто не знает, а Ригу знают все. И когда на лого Рига, Рига, то понимание, откуда как бы. Так случилось, Латвию все время ищут где-то в Африке, а Рига уже точно знает, что это где-то находится. Ну ясно, но а так выбор ваш, есть несколько очень таких инструментов, которые мне даже было бы не стыдно лучшему другу подарить. Ну просто у нас, как у строительных блогеров, есть какая-то тема, кто-то где-то что-то нашел, и все это по кругу пускают, и все в основном еще отмешанные на Хилте, как бы. А есть пара блогеров, которые начали тестить как бы Bosch, и вот по их рекомендациям у них есть видеовыкладки, и вот они. Вот, поэтому мы-то всегда гордились своим сервисом, и мы считаем, что у нас лучший сервис на самом деле на данный момент. Ну давайте ближе к делу встретимся у вас, и вы нам все покажете, расскажете заодно всем нашим подписчикам. И да, покажете какие-то новинки, может, которые более конкурентоспособны с другими производителями. Что-то же есть? Конечно. Такое интересное. Да? Да. А, теперь мы вас попросим на маленькую фотосессию. Давайте, да. Выгружай. Жесть, пока потащили, я не знаю, уже без рук остался. О, вот этот перфик вообще мощный. Ну что ж, друзья, вот такой вот прикол у нас случился перед Новым годом, перед Рождеством. Некуда засунуть. Полный пуст. Ну что ж, друзья, вот такой у нас получился предрождественский экшен. То есть компания Bosch подарила нам всего полный автобус на 4000 евро. Это в виде приза нашей дружной команды. Ну а теперь мы отправляемся в отпуск. После отпуска приедем и займемся тестированием того, чего нам подарили. Ну и поделимся с вами и выясним, какой инструмент наконец-то лучше. Всем пока и удачных праздников!